уважаемый Константин Михайлович, уважаемые присутствующие студенты, преподаватели, профессорский преподавательский состав, студенты, выпускники. Вы знаете, прошло без малого 40 лет с момента окончания вуза, но все это время я с гордостью говорил о том, что окончил знаменитый военмех. Потому что военмех давал такую школу выживания, которую вряд ли можно было получить в любом вузе не только Ленинграда, Санкт-Петербурга, но и Российской Федерации. Отбор был жесточайший. На нашу специальность, кафедра номер 17, поступило 75 человек. На диплом вышло 26. Остальные ушли на нижние курсы, свалились с верхних курсов. Вот так военмех готовил специалистов, так учил находить пути в самых экстремальных тупиковых ситуациях. Это была школа жизни, это была школа выживания, что очень пригодилось в дальнейшей работе. И сегодня, поздравляю всех нас с нашим с вами юбилеем, хочу огромное спасибо сказать институту, университету за то, что высокий имидж нашего с вами университета по-прежнему притягивает абитуриентов. Конкурс один из самых высоких в Санкт-Петербурге. Прошли годы тяжелых испытаний, и мы, выпускники военмеха, старались помогать вот в те недалекие времена, когда было очень сложно выстоять. И сегодня с гордостью говорим, что действительно военмех лучше всех. Хочу сказать всем огромное спасибо и поздравить всех нас с юбилеем. Мы очень много сегодня говорим о научной деятельности военмеха. Но по праву военмех еще и замечательный творческий вуз. Вечерами здесь кипит творчество, не только в этом зале. Многие выпускники, конечно, вспоминают те замечательные творческие встречи, вечера, которые проходят здесь, на последнем этаже нашего главного здания военмеха. Чтобы чуть-чуть придать частичку творчества к военмеху, молодежный шоу-оркестр «Стрит Бэнд».
Спасибо большое. Молодежный оркестр «Стрит Бэнд». Ректор военмеха Константин Михайлович Иванов. Так, уважаемые выпускники, гости, друзья, которые сегодня приехали, подходит к концу торжественная церемония. Через какое-то время здесь будет концерт, награждение студентов. Александр более подробно все это расскажет. Но, подытоживая торжественную часть, я хотел бы сказать, что созданный в 1932 году военмех с лозунгом «Военмех лучше всех», а лозунг этот вышел из партийных документов того времени, когда в кратчайшие сроки надо было подготовить лучших специалистов оборонной промышленности. Этот лозунг «Военмех» несет до сих пор гордо, являясь одним из самых успешных вузов Российской Федерации. Мы гордимся, что среди выпускников военмеха огромное количество государственных деятелей, генеральных конструкторов, руководителей оборонного комплекса. И действительно очень трудно сейчас перечислять всех. И сегодня очень много у нас гостей, и проходя по залам военмеха, мы, в общем-то, достаточно трудно пройти, всегда встречаешь своих друзей, с кем учился, кого учил, кто тебя учили. И очень нам приятно, что все партнеры военмеха, огромное количество вузов, большое количество ректоров. Вот среди выпускников военмеха два почетных гражданина города Санкт-Петербурга. Это почти достижение. Четыре ректора города Санкт-Петербурга, выпускники военмеха. Тоже уникальный результат, такого больше нет. Поэтому очень нам приятно, что сегодня приехали все наши друзья, партнеры. И празднование наше, которое шло 5 дней, оно не заключалось только в праздных мероприятиях. Мы подписали огромное количество соглашений, договоров с предприятиями, провели лекции почетных профессоров, докторов, представителей промышленности, провели 4 научно-технические конференции, провели круглый стол по подготовке кадров. И мы очень рады, что до сих пор выпускники военмеха пользуются огромным спросом среди предприятий нашей отрасли, среди государственных структур. Военмех до сих пор является одним из самых успешных вузов. Поэтому спасибо за то, что вы разделили наш праздник. Мы очень гордо смотрим в будущее с уверенностью. Добрый путь. И еще раз поздравляю вас с юбилеем военмеха. Военмех лучше всех. Спасибо большое, Константин Михайлович. Вас тоже с днем рождения военмеха от всех присутствующих здесь, не только в этом зале, а в стенах военмеха. Потому что многие так и не дошли до зала, сидят и встречаются. Потому что ведь юбилей учебного заведения, прежде всего, встреча выпускников. Поэтому я приглашаю вас в наш зал, проходите, пожалуйста, потому что с вами очень многие хотят поговорить. Кто-то даже хочет вручить подарки для военмеха, это очень важно для нас, да? Поэтому проходите, пожалуйста, в зал, принимайте подарки, общайтесь с гостями. Спасибо большое. Многие могут задать вопрос, что вот подошло к концу наша торжественная часть, но мы не вынесли флаг, и это не случайно. У вас сейчас есть уникальная возможность, уважаемые выпускники военмеха, сфотографироваться не только на фоне юбилейной открытки, но и на фоне знамени военмеха. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете спокойно проходить на сцену и сфотографироваться для истории, для своего семейного альбома. Встречи, конечно же, продолжаются, но не забудьте, в 15 часов здесь, в этом зале, начинается праздничный концерт по случаю 85-летия Балтийского государственного технического университета военмеха имени Дмитрия Федоровича Устинова. С днем рождения, военмех!